Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники, Олуха. Так, 13-й день, и я забираю 325 склянок. Так, ну что, праздничные светлячки, они как раз мне в тему заходят. Потому что мы копим, не забываем. Так, а что у нас тут? А, это же у нас сладкая смерть. Точно, а в наличии-то у меня уже есть один. Тогда отпускаем, наверное, да? Слушай, смотри, 500 тусклого янтаря дает. И 2 миллиона рыбы. Фиг с ней, пускай летит. Так, что мне принес Беззубик? Ага, какую-то маленькую статуэточку. Ай-яй-яй, а яйцо-то было вот где. Хорошо, хорошо. Я все время натыкаюсь на следы драга, но никогда на него самого. Разруха, брошенные яйца. Так, забираем. Икинг, улетать в одиночку так далеко от Олуха небезопасно. Драга может быть где угодно, сказала женщина, которая жила совсем одна вдали от Олуха целых 20 лет. Ты начинаешь говорить как отец. Твоя правда. Рыбинок, я видел приливного планера, упоминавшего в книге драконов. О, приливной планер. Я много чего знаю об этом драконе. Я могу говорить о приливном планере сутками. Давай ты ограничишься только самыми важными сведениями. Ого, Рыбинок столько всего знает о приливных планерах. Пожалуй, даже чересчур много. Такой дракон пригодился бы нам на Олухе. Нам на Олухе? Ага, вот он. А что, у меня его нету? Хорошо, давай сделаем тогда поиск. Самый-самый скромненький, бесплатный. Так, ну что, полетел у нас Беззубик. Ну, а мы с тобой, естественно, собираем все ресурсы, которые пока можем собрать. Так, пускай идет тренироваться. Ага, Ветрокрыл мне принес железо. 3 штуки. Давай, наверное, сразу его еще отправим, да? Древоруб, ты пойдешь опять за древесиной. Костолом, тебя тоже это касается. Здесь достается нам блестящий янтарь. И мы с тобой, наверное, еще сделаем. А, не хватает на обменку, к сожалению. Жаль. Так, тут у нас что? Так, Сарделька, ты что-нибудь мне принесешь сегодня вкусненького, нужного? Нет, только лишь 34 тусклого янтаря. Фигня полная. Пускай идет тогда в стойло, бесплатно. Это ему наказание. Так, Барсик. Что же Барсик мне принесет? Вот дай железо, пожалуйста. Конечно, 50 железа, прикинь, было бы круто. Так, дракон, опять же, бесплатно. Пускай летит. Кривоклык. Ну, что ты мне дашь? Так, 50 миллионов древесины, окей. Пускай дальше летит тогда. Пускай снаружи там патрулирует. И Грамгильда. А Грамгильда мне... Так, что здесь? 150 рун. Шикарненько. Так, бесплатно. Ну что, этих мы, ребят, отправили с тобой. Это что у нас такое? Я не понял. А, это летнее изваяние. Так, подожди, а что она делает? 15, ну, 16 часов. Это идет сбор, что ли, чего-то у нее? Я не врубился. Она у нас будет как бы активна. Видимо, что-то в ней будет собираться, друзья. Так, ладно, этих мы отправляем. И, кстати, не забывайте, что сегодня мы сделали домик. Где он там? Давай проверим его. Так, подожди секунду, не надо так пролистывать быстро. Здесь тоже забираем, отправляем. 5 миллионов слабовато. 21 миллион, вот это я понимаю. Кстати, обучить. 3 у нас есть. Пускай необходимо. Блин, улучшить святилище еще нужно, оказывается, до 2 уровня, ты понимаешь? И только после этого он сможет прокачиваться. Пардончи, я этого не знал. Так, сколько тут? 44,5 миллиона приносит вес на чёс, ты прикинь? Вот это да, вот это круто. Так, пускай идет за сборами. Так, ты тоже иди за сборами древесины. Так, у вас тут как дела? Понял. Прокачаем. Шипотень получает новую способность, и он сможет что-то там добывать у нас. Пускай летит дальше, тренируется. Модификрылка где у меня? Нам нужно... Так, Буйволорд еще же у нас тут.
Тоже его прокачиваем. Так, секундочку. Здесь заберем. Крылатый ужас, блин, забрать, забрал, отправить-то не отправил. Пускай летит. Так, модификрылка, где же ты у нас? Тебя можно тоже в титаны отправить. А, так ты уже как бы готов. Угу. Фигушки нам сказали. Но зато неплохо, дали прироста, ну ты сам видел. Так, пускай дальше летит, обучается. Модификрылка. 50 уровень. Так, обучение у Валки. 21 миллион, прикинь, требует для обучения. Ну, а вот самое главное. Так, восстановите хижину Плеваки. Готовы теперь получить Ворчуна в книге драконов? В какой еще книге? Блин, его надо еще покупать, что ли? Да ну, вы издеваетесь. Друзья мои, вот это облом. Оказывается, Ворчуна еще нужно приобрести за 3000 рун. Ну, это прям, знаешь, вот плевок в душу, если честно. Я-то думал, что мы сможем его вот так. Ну, как сможем? Нам дадут его автоматом. А оказывается, ничего подобного. Здоровски. Что я тебе могу по этому поводу сказать? Так, Красная Смерть, давай иди на поиски, а я пойду еще одного проведаю. Давай, давай. Иди на поиски. Кричит он мне здесь. Возмущается еще что-то. Что тут у нас? Отказаться от вашего выгодного предложения и отказаться от этого всего. Чего-то я немножко как-то подрастроился, если честно. Я не думал, что нам придется покупать Ворчуна. Так, здесь мы с тобой забыли пак открыть, кстати. Давай-ка откроем. Бесплатный. Так, ну это монеты, все понятно. А вот здесь самое главное. Шторморез, Громоль, Громобой Защитник нам выпадает и ресурсы. Так, и давай, наверное, все-таки посмотрим за рекламу. Так, монеты Одина и Кошмарный Пристеголов, Шторморез, Костолом и ресурсы, опять же. Всего помаленьку. Так, теперь я хочу посмотреть, сколько мы с тобой накопили светлячков. На данный момент... Блин, ну где тут посмотреть-то? А, вот же они, ребят. Так, на данный момент у нас с тобой 11 тысяч светлячков. 11 245 тысяч. Нам нужно 13 300. Я не знаю, за неделю вряд ли мы с тобой, конечно, сможем получить. Если не будут каких-то событий. А события у нас есть. Так, тут... И это только будет доступно. Так, ну что, это хорошо, друзья мои. Значит, у нас есть с вами хранители против хитрых. Обязательно сегодня пойдем поиграем, посмотрим, что там за награды будут. Здесь вроде бы я все сделал, да? Заберем, наверное, с тобой пак на арене. Костоломчик, Шепот Смерти, Кревет, Парящий Прихвостень и все. Так, следующий мы ставим на активацию. И все это дело закрываем. Переходим сюда. И забираем, опять же, наши награды. Так, пока идет Тусклый Янтарь. За то, что мы и без зубика отправили в путешествие, получаем с тобой 5 рун. За обучение драконов мы получаем 30 баночек со светлячками. И отправьте легендарных драконов на поиски еще 50 баночек. Слушай, а по большому счету, если каждый день захотите в игру и делать хотя бы вот эти задания, уже можно было бы накопить немалое количество светлячков. Но я, к сожалению, не каждый день захожу. Поэтому у нас вот такой с тобой медленный идет прогресс. Ну что, пойдем, наверное, тогда на событие, раз у нас оно доступно. Хранители против хитрых. Событие, как ты видишь, коротенькое. И тут у нас будет с тобой еще 200 баночек разыгрываться. Но нам нужно до них, естественно, дожить. То есть выиграть и забрать их. Ну что же, давай смотреть. Значит, хранители против хитрых. Угу. Допустим, поехали. Сделаем с тобой так. Это у нас тройной удар. Ага, жучара массухой бомбанул. Лишь бы в этой игре, ребят, сегодня не было бы каких-нибудь сбоев, как у нас любят это делать во время боев, выскакивать на рабочий стол. Надеюсь, без эксцессов обойдется.
Так, ну что, бомбанем. Здесь, кстати, две волны пока. Так что не напрягаемся. Последняя волна. Кто у нас тут? Два тройных удара. Допустим. Сделаем с тобой таким образом. С отхилом. Плевок. Этот, наверное, тоже будет плеваться. Ну, естественно, да, у них массовые атаки, поэтому им проще. Мы, наверное, уничтожаем с тобой этого и... вот так сделаем. Не добили. Так, ну что, тогда у нас Барсик. Вот она, первая победа. Так, крутим колесо. Опачки. И нам выпадает с тобой необычный пак. Это хорошо. Это очень хорошо. И мы с тобой забираем еще к тому же загадочный пак. Следующий поединок у нас будет с тобой за 100 рун. Наша цель тогда будет следующая. Накопить 3000 рун для того, чтобы купить ворчуна. Да-да, как бы это глупо не звучало, но нам нужно купить ворчуна. Так, ага, древоруб. Точнее, даже это не древоруб, это... парящий прихвостень, по-моему, да? Тут опять же, как мы видим, две волны. Надо с этим разобраться в первую очередь, потому что это огненный чувак, и он очень сильно жжется. Так, одолели. Ну, а теперь с этим разберемся. Нам нужно будет хильнуться обязательно. Так, сейчас он будет делать удар. Мы с тобой залечиваем раны. И добиваем. На второй волне нас встречает с тобой... ох ты, душитель. Так, ну я, наверное, все-таки начну с шепота смерти. Я заинтересован, чтобы его как можно быстрее уничтожить. А он промахнулся. Ну, бас. Так, добить не добьем. Ну, осталось совсем чуть-чуть у него хп. Совсем капелька. Ну что, тогда сделаем вот так. Укус. Ну и, наверное, добивка сейчас будет. Шикарно. Крутите барабан. И что же нам достанется? Рыба. Блин, я бы, конечно, лучше бы хотел бы плод мудрости. Две штуки, но рыба так рыба. Главное, что мы с тобой забираем 100 рун. И следующий поединок у нас уже будет с тобой за 200 баночек с волшебными светлячками. Этого упустить нельзя. Меня даже волнуют больше баночки, чем последняя награда. Это, извини меня, светлый янтарь в размере 2 штук. Это как бы на самом деле не очень достойный приз, как по мне, за прохождение этого испытания. Так, ну что, я буду вот с этого начинать. Я вижу его хитрые глазенки даже отсюда, что он с прищуром на нас смотрит и уже потирает свои крылышки. Типа, сейчас я его быстренько забомблю. А как бы не так. Я-то тебе этого, парень, не позволю сделать. Так, секундочку. Минус один. Теперь хильнемся. Сделаем укус. Ох ты, как сильно вжарил. Ты посмотри, сколько много здоровья отнял. Непорядок. Переходим на вторую волну. Кто у нас тут? Ёк, макарёк, тут у нас и душитель. Тут у нас и смерть летающая. В общем, всех подряд собрали. Ладно. Ждем. Так, и этот еще тут лезет. Опять на моего барсика начинает бычить, а? Посмотри. И сделаем вот так. Заодно отхиляемся. И все-таки душителя мы с тобой уничтожили. Поехали дальше. Так, укус. Пробивка. Хиляемся. Ну, а этот уже нам ничего не сделает. Потому что для суператаки ему нужно 4, ребята, энергии. А у него всего лишь пока 2. Удвоение энергии здесь, по-моему, не присутствует. Так что пускай даже и не мечтает здесь... куда у меня там делось-то? Пускай даже не мечтает о том, что здесь выиграет. В очередной разок крутим с тобой барабан и древесина.
Да, я думал, что все-таки не древесина. Да хорош во мне, не надо вот этого всего. Закрываем. Но главное, мы получаем с тобой 200 светлячков. Так, и у нас впереди с тобой мини-боссик. Мини-боссик и потом уже сам босс. Поехали, не будем выжидать время. И как раз у нас хватает энергии полностью пройти это событие. Вот это круто. Так, а здесь врагов уже, смотри-ка, по 3 штуки. Хитрее от гаденыши. И вот самая проблема в том, что выбрать, кого все-таки первого уничтожить. Либо прихвостня, либо душители. И те, ребята, злые, очень злые. Так, раз, два, они вдвоем сейчас сходят, потом сходит Барсик. Ёк-макарёк. Смотри, что творит, а. Как сделать? Давай, наверное, все-таки так. Вау, повезло. Ты смотри, ты хорош. Вот я об этом и говорил, что вот будут лютовать, ребят. Кого он сейчас? 100% всегда, да, в шторморезы? Нет. Блин, лечить его, не лечить, вот черт его знает. Там же мини-босс, да, будет? Лечим тогда. Там будет мини-босс. Если бы не было бы мини-босса, я бы, наверное, не залечил бы раны нашему шторморезу. А так просто пришлось. Ну ладно, у нас с тобой есть еще 5 прилив сил. Они уж точно нам понадобятся. Да чтоб тебя, даже добить не смог. И смотрим, кто у нас тут. Угу. Так, ну и с кого бы начать? Поехали. Начнем, пожалуй, вот с этого. Крылатая смерть. По-моему, это не крылатая смерть. Или крылатая, я что-то не могу, ребят, даже признать. Так, нам нужно с тобой как можно быстрее сейчас ушатать. Давай сделаем, наверное, сюда. И отхилом уничтожим. По крайней мере, одного тройного удара точно убьем. Уф. На волоске, ребята, от смерти, конечно, у нас бегает шторморез, согласись. Хильнуться хватит? Хватит. Но посмотрим, что он сейчас сделает. Хорошо, что он поменял цель. Нам это очень-очень нужно было. Я так понимаю, все, ему крышка. Ах ты, жук ты навозный, а. Ну, теперь точно крышка. Все, победили. Давай крутанем. Заберем с тобой 125 миллионов древесины. И переходим на последний поединок с Босяцким. И награда у нас будет всего лишь 2 светлого янтаря. 2. Опа. А босс у нас здесь как раз тройной удар. Плюс здесь душитель. Наверное, вот так все-таки я начну. С душителя. Вот он постоянно делает. Именно в штормореза бомбит. Я не знаю почему. Твою налево. Ладно. На свой страх и риск. Окей. Так, мы этого добьем. Нормуль. Здесь, скорее всего, нам придется сделать вот так. Хиляемся. Плевок. Укус сюда. Так, что будет делать? Кого бомбить? Так, они переключились у меня на кривоклыка. Все причем, да? Есть. Ну что, остается один. Кстати, готовимся к массовой атаке. Ха, он ее не стал почему-то делать. В чем проблема, парень? Или тебе все-таки нужно было 5 энергии? Нет, по-моему, 4. Все. Подожди, блин, какой все? Последняя волна еще. Ё-моё, что это я обрадовался-то раньше времени? Эй! Вот это да, ребята, вот это я заигрался. Как так-то? Как я так просмотрел этот момент, что еще будет волна? Вот даешь, а, Рей, ну такие ошибки не прощаются порой. Так, поехали, этого надо валить в любом случае, потому что это гниплю еще тот.
Давай, давай, давай. Окей. Так, а что-то он как-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И что же они будут у меня сейчас делать, а? Кусает. Кто там следующий? Барсик ходит. Молодцы, хотя бы одного бомбят. И ты сделай вот этому урон. Ай, не туда. По-моему, кривоклыка потеряем. Так и есть. Ну что же, будем теперь вдвоем драться против них. Так, ну, во-первых, ты посмотри, сколько у него там. Ё-моё, как мы его будем бомбить-то? Ха, я даже не знаю. Допустим, если только через понижение брони. Если он опять сделает свой суперудар, то это будет крышка. Офигеть, я все так приливы сил потрачу сейчас здесь. У нас еще и пониженная броня здесь оказывается. Еще и пониженная броня. Так, ну что, по-моему, ему сейчас должна быть кронтарка. Да, друзья мои, прошли мы это событие. Крутанем и заберем. Да ладно, элитку. Хорошо, соберем с тобой элитный пак ареновский. Ну и самый главный приз, который, в принципе, мне как бы не особо сильно нужен был, но пускай уж. Все. Заходим с тобой на почту и начинаем открывать потихоньку. Необычный набор. Так, рыба, дрова, рыба, дрова и многоножка. А многоножка у меня есть. Ну давай, давай. Так, мы ее отпускаем. А толку от нее, как говорится, для нас вообще мало. И открываем с тобой следующий пак. Это загадочный. Монетки Один, это все понятно. Шторморез, шипорез, кревет, шестеренка, рыба, рыба, ну и руны. Как-то так. Дальше. Угу. Новый набор жетонов. Ну, это плюс 5 содержит элитных. Шторморез, пристеголов, громобой, костолом. Так, душитель и парящий прихвостень. Барс и вепрь. Все. По-моему, больше у нас с тобой ничего не осталось, да? Ну, янтарь заберем. Все. Так, теперь, по-моему, на обмен у нас с тобой накопилось янтаря. Да, есть. На одну штучку. И вроде бы как все. Нет, у нас, конечно, еще осталась арена, но я думаю, что сегодня мы на нее не пойдем. Так, еще 30 баночек. Отлично. На арену не пойдем. Так, а когда у нас следующее открывается событие? Злобные вандалы. Ничего себе название такое, злобные вандалы. А, через 17 часов. То есть... Блин. Ну, поиграть-то поиграем. Наверное, на выходном, на моем длинном. Потому что завтра мы, скорее всего, не успеем. Хотя, почему не успеем-то? Ночь. Вечером есть только. Да, есть только вечером. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.